Уникальный кинофильм создадут в Петербурге. Зрители дадут возможность диктовать действия героя и даже самому стать участником происходящего на экране. О формате будущего узнала и корреспондент Live78 Юлия Захарова. Та дорога пойдет по низу. Эта дорога идет наверх. Можно посмотреть с крыши, куда везти. Налево или направо пойти за проводником. Каждый зритель сможет сделать свой выбор. Кинематографисты из Петербурга снимают фильм, который даст возможность оказаться в Чернобыле наших дней. И на экране можно будет не только выбирать путь, но и осматривать место действия на все 360 градусов в формате 3D. Это не такой диктаторский монтаж, как вот в кино, допустим, когда мы вот четко показываем детали кадра. Это скорее такой элемент игры для зрителя, когда он, если захочет, он может рассмотреть комнату. Я покажу тебе. Посмотреть картину можно при помощи шлема виртуальной реальности. Он обеспечит полное погружение. Если такого нет, то можно обойтись обычным компьютером и выбирать путь при помощи мыши, как в игре «Бродилки». Необычный формат фильма потребовал специальных технических средств для съемки. Некоторое оборудование для 3D-кино его создатели сами напечатали на 3D-принтере. Крепление, которое будет скреплять между собой 16 камер. Здесь есть, по сути, 7 сторон. В каждую из сторон смотрят по 2 камеры. Это нужно для того, чтобы добиться стереоскопического эффекта. Настоящее кино в формате виртуальной реальности петербуржцы создадут первыми в мире. На сюжет сценариста натолкнуло соединение старых и новых технологий. По Чернобылю будут гулять 2 главных героя – молодой блогер и пожилой проводник, переживший трагедию. Но за кем следовать и какой выбрать путь – решать зрителю. Что застрял? Идешь, нет? Давай. Юлия Захарова, Екатерина Мамедова, Алексей Харьков, Live 78.